третий сезон, 64-я серия. Ты забыл сказать «пожуй листа». Итак, в 1652 году закончилась гражданская война. Вопросы. Первый вопрос. Когда началась английская революция? В 1642 году. Второй вопрос. Кто правил во время гражданской войны 1642 по 1652 год? Это был Михаил Федорович, но после его смерти в 1645 году стал за посту Алексей Михайлович. Третий вопрос. Что означает слово «гражданское»? Денис, а что такое «Ксыдман»? Это уродливый певец. Родился 20 сентября 1982 года. Он снял 45 треков. У него есть грустный канал на Ютубе. 6 500 000 подписчиков. В одном из видео есть только один лайк и 885 тысяч дизлукасов. Возьми лист! Ты забыл сказать, пожалуйста! Пыш! Пыш! Паш! Пожуй листа! Чего? Не буду я жевать этот лист! Он уже откусан! Сам жуй! Ну и пожалуйста! Это я поставил лайк! Зачем ты поставил лайк? Все понял. Лучше историю делай. Мы сейчас гражданскую войну изучаем. И снимай очки для рэпера. Лучше одевай очки для школьника. Хэй-мэ-мэ-мэм. Может, незаметно пить я ролят запад, или ты забыл сказать «пожуй листа»? Класси, возьми лист. Ты забыл сказать «пожалуйста». Влад, ты пришел за нами и узнал, а ты забыл сказать «пожуй листа». Все понял, делай историю. Банджа, что значит число 1642? Длительность одной серии «Симпсонов». Нет, это год начала гражданской войны. Я понял, а гражданская война идет сейчас. Ты что? Она закончилась 366 лет назад. Ты забыл сказать «пожуй листа». Я устал от вас. Вы чё, все слушайте эту песню? А чего? А-а-а-а-а-а! Они что, все с ума сошли? Я определил, громкость их музыки сейчас составляет больше 230 дБ. И это значит, что его громкость распространяется на 500 километров. Даже с другой стороны его слышно. Ничего себе! Надо быстрее надевать наушники, чтобы убавить громкость 5000. Согласен, Денис? Конечно, согласен. Аквафиш, ты чё задумался? Просто ничего, а ты знаешь, ты забыл сказать «пожалуйста»? Не, не знаю. Наконец-то, Денис, ты слышишь? Что это за тупая вонючая песня? Это ты забыл сказать «пожуй листа». Подписывайтесь на канал и ставьте лайки.